Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать материалы акции «Люди Победы». Это письмо прислала нам Бакшанова Ангелина, учащаяся школы номер 7. «Я родилась в непростое, но счастливое время. У меня есть дом, есть возможность учиться, со мной рядом мама, и я не слышу свиста пуль и разрывов бомб. Но я много слышала о войне. Великая Отечественная война – огромная душевная рана в человеческих сердцах. Горе и беда не обошли стороной ни одну семью. В самом пекле войны побывал и мой прадедушка Василий Петрович Бугров, летчик штурмового авиаполка, старший лейтенант, участник парада Победы. До войны прадед окончил Балашовскую летную школу и служил летчиком-инструктором в Новосибирской авиашколе. Здесь его застала война. Осенью 1941 года из преподавателей авиашколы был сформирован ночной ближнебомбардировочный авиационный полк. И в начале декабря Василий Петрович вместе с однополчанами был отправлен на Карельский фронт, где в составе 668-го штурмового авиационного полка 7-й воздушной армии сражался до полного освобождения Карелии от фашистов. После демобилизации Василий Петрович твердо решил остаться в Заполярье, которое защищал и освобождал. И в мирное время он работал на Кировском руднике, стал водителем шахтного электровоза. Мы часто не осознаем, забываем, какой ценой завоевана наша свобода. Мы в неоплатном долгу перед этими смелыми и самоотверженными людьми, перед нашими ветеранами. Мы помним, мы гордимся. Акция «Люди Победы» продолжается.